мутанты делали из этих удобрений взрывчатку. Может, они и нам на что-нибудь сгодятся? Спасибо тебе, помощник. Возвращайся в церковь, только... сперва свою одежду постирай, что ли. До встречи. Секта шлет за тобой бойцов и самолеты. Иоанн поставил целую армию охранять его дом и аэродром. Вот было бы здорово уничтожить его с помощью его же игрушек. Крещение та еще жесть. Сочувствую. С ума сойти. У нас появился бешеный лось-убийца. Эдемщики чем-то его накачали. И он вконец обезумел. Мы проследили его до самых окраин долины. Отправили отряд, но с тех пор от них ничего не слышно. Нужно его убить, пока он не пошел в разнос. И лучше подготовиться, этот лось просто монстр. Иоанн отметил меня и очистил, но я не чувствую себя чистым. Обалдеть! Каждый раз что-то новое. Я ухожу, ясно? Когда святоши купили завод, все пошло наперекосяк. Срань какую-то в удобрение кладут. Но не в прямом смысле, конечно. Химию, то есть. Эти лысые с болячками на рожах. Что стрёмно, если долго смотреть им в глаза, начинаешь их узнавать. Не хочу исчезнуть, когда они утащат меня в кладовку, так что я сваливаю. Давай тоже. Слишком тут жутко. Деньги того не стоят. Медвежатина вкусная. Ого! Можно свои уши? Thank you.
Пойду проверю, что там. Благодаря тебе у сопротивления появился шанс. Немногие способны повести себя так же отважно, как ты.
Хадсон — крепкий орешек. Всегда на чеку. Я... ломать именно таких. Обалдеть! Каждый раз что-то что новое! Что за черт? Боже! На помощь! Это не может быть! Мне нужен умелый пастух. Эй, подойди-ка. Спасибо, что прогнала отсюда эдемщиков. К счастью, они не повредили ферму. Правда? Эй, а как же коровы? Эй, хочу поговорить с тобой! Ага, ну так вот, слушай. Правда, они перебили почти весь скот. Но несколько коров разбрелось по полю. Сможешь вернуть их в загон? Нужно их слегка припугнуть. Кинуть в них камень, например, или шлепнуть по заднице. Они убегут. Но продолжай их запугивать, и они пойдут куда захочешь. Зато подпрашивал как. Лорелы сообщили, что их бункер испорчен, его затопило. Они его бросили, но сказали, что если мы сможем что-то достать, то все наше. Мне пригодится. Сдается, ты бывалый боец. Thank you.
секты. Мне этого достаточно. Сектанты охотно заморили бы нас голодом. Нужно уметь прокормить себя.